Друзья, приветствую! Сегодня будет трансляция, которая посвящена вопросам допереваривания пищи. Старости нет, это вы просто не доперевариваете пищу. Соответственно, нам в этом аспекте нужно разобраться. Наверное, это самый главный аспект здоровья человека, потому что если вы не доперевариваете пищу, как бы вы качественно ее не готовили, вы все равно получаете некачественный или не в должном количестве строительный материал в своей внутренней среде. Поэтому, друзья, внимание, внимание, не пропустите, уже через час и 7 минут мы стартуем. А кому нужна эта встреча? Тем людям, у которых бесконечные запоры, тем людям, у которых бесконечные поносы, тем людям, у которых есть хотя бы одна хроническая болячка со стороны желудочно-кишечного тракта, тем людям, которые хотят длинную, качественную, красивую жизнь прожить в красивом теле, то есть в теле, в котором старость не поселится, и просто всем людям, которые хотят прокачаться на тему такого стиля жизни и питания, который не изнашивать.